Новый главный тренер в команде. Состав почти укомплектован, сборы пройдены. Теперь баскетболистам Барнаула нужно проходить медицинское обследование. Это для профессиональных спортсменов не в новинку. А вот для клуба достижение. Впервые в истории партнером стало крупнейшее медицинское учреждение. Специалисты БСМП-2 весь сезон будут наблюдать за здоровьем баскетболистов. Ведь медосмотр профессиональных спортсменов отличается от всех других. У профессиональных спортсменов есть серьезные нагрузки, которые отличаются от обычных пациентов. Вот поэтому здесь нужно обращать внимание, конечно, более пристальное внимание обращать на сердечно-сосудистую систему, на другие органы системы, потому что они испытывают более серьезные нагрузки, чем мы с вами в повседневной жизни. Медицинское обследование для баскетболистов будет проходить в два этапа. На первом у спортсмена взяли все нужные анализы, а также парни прошли УЗИ, кардиограмму и других специалистов. Второй этап – невролог, кардиолог и, по необходимости, еще пару врачей. В целом результаты врачи говорили, что хорошие, поэтому теперь ждем вторую часть. Во всей обойме клуб должен быть уже к 7 октября. Именно в этот день команда в гостях сыграет свой первый матч в сезоне Суперлиги 2 против дерзкого Новосибирска. Это всегда дерби. Для нас это очень важно. Ну, мягко говоря, я бы сказал именно так. Что касается задач по сезону, ну... Попадание в восьмерку остается нашей задачей. То, как оно пойдет, не знаю. Очень может быть даже какой-то своеобразный подход. Не знаю, я жду в этом году прорыва. Для болельщиков на выездной матч в Новосибирске клуб планирует организовать два автобуса. Как показывает практика прошлого года, болельщики охотно поддерживают эту инициативу и едут за командой в другой город. Бывало, что и гостевые зрители поддерживали Барнаул. Такая она, любовь болельщиков. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.